Добрый день. Меня зовут Константин Шемякин. Вот уже 6 или 7 лет я сочиняю стихи, а потом уж на свои стихи я сочиняю музыку и ее исполняю. Но в данном случае я буду читать стихи о нашем Марийском крае. И первое стихотворение называется «Марийская сторона». Солнышко над землей дарит свои лучи, небо бескрайнюю синь отражает речная вода, ветер колышет лес, где ручеек журчит. Как же ты хороша, Марийская сторона! Много я повидал разных мест и стран, но нигде никогда не был я счастлив так, когда по дорогам твоим бродил я то тут, то там и полной грудью вздыхал полей твоих аромат. То снегом закутана вся, то летний, пускаешь ты зной, ты для меня любима всегда, хоть летом, хоть зимой. Когда я рядом с тобой, в сердце царит покой, душа же смеется и поет, когда я рядом с тобой. Пусть мимо идут года, а ты, как всегда, молода, даришь очаг и дом детям, живущим твоим, благословляя нас на долгие в жизни года на Марийской земле, под небом твоим голубым.